Черт! Не-не-не! Стой! Помоги! Мужик! Беги, 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 беги! Ай, все, я на четвереньки положил. Включай! О, нет. Да твою же ты, Терезу, а что я сделаю-то? Вставай! А-а! Лох! Давай, давай, попробуй! А-а-а! А это нечестно! Только попробуй! Собака! Всем здорова, с вами Шет, и добро пожаловать в Secret Neighbor. Сегодня я, ну, скажем так, случилось невозможное, я купил игру в Стиме. Ну, вернее, ключ от нее, но неважно, ща. Я решил, почему бы, собственно, и не поиграть в Секрет Соседа. Тут открыты все версии Соседа, вот даже Ворон есть, спокойно можете играть за него. У меня как раз, кстати, сейчас квест по нему. Ага. И тут ничего теперь полчаса не будет у меня грузиться, потому что у меня вся графика просто вниз ушла. Ладно, сейчас пойдем по квестам, которые у меня тут... А, поиграть меньше сохранить полный замок, да? Меньше скаута. А, ну окей, это я могу. Ладно, проще. И я, пожалуй, выберу классического соседа. Злой подготовленный сосед, способный выдать себя за других членов отряда. Так, это я умею за него играть. Я потому что за других соседей не сильно-то и умею, но думаю, научусь за это видео. Я тут поиграл пару минут. Первый уровень на скауте я... За... Так. Сейчас я проверю. Да, чего тут еще. Окей. Должны, по крайней мере, я надеюсь, присоединиться. Я надеюсь. О! Отлично. Присоединился. Ладно. Все как и в режиме в Роблоксе, то есть кому-то выпадает сосед, и вот за него играет. Banana Game, Secret Scout, медик. Алло, можно прогрузиться? Так, окей, мне не выпал сосед. Ну и ладно. Я не против поиграть за ребенка. Так, значит. О! Сосед еще и покинул игру, класс! А, тут открыли, ладно. А! Ой, в смысле? Что дверь-то закрылась? Открой. Так, Ворон показывает ключи. Окей, ну нам это не нужно. Пока что. Тут куча фонариков. Еще. А! А, блин, собака, помоги! Пожалуйста! А, ну да, никто мне не поможет. Как я умудрился вообще по какам попасть? Спасибо. Так, что тут вообще у нас есть? Молоточек мы возьмем. Ого, они там уже понаоткрывали ключей. Кстати. Это, скажем так, дает больше опыта. Берем. Фонарик мне тут больше нужен. Ворон показывает на ключ. Где? Кажется, я... Ага, он снаружи. Он снаружи. Он снаружи, он снаружи.
Капец, ребят, вы там что делаете? Good date. А! Попал! В ловушку. Красота, да и только. Пацаны, вы там вообще что делаете? Соседа ищете? Его тут нет. Он исчез. Соседа здесь нет! Он уехал! Так, ворон указывает на ключ. О, они уже открыли дверь, класс! Я ни хрена не сделал! Как всегда. Чё, в смысле, кто пропал? Ой, мама, 49 минут осталось. Меня, подождите! Где? Все, побежали. Прошли. Я ни хрена не он, сосед, и реально выключил. Ща, так проще. Хотя не, ни хрена не видно. Все в одном месте копошатся почти. Я не могу. Быстро. А, да, одна осталась чего-то. Давай быстрее. Все, дети победили. Класс! Я ни хрена не сделал, а вы все равно победили. Потому что настоящий мир Trinity Place. Потому что сосед вышел. Вот. Да блин. Ты надо мной издеваешься, да, игра? Как я тебя обожаю за это. Игра вылетела. Задание не выполнилось. А. Не, выполнилось, класс. Окей, ладно, молчу. Короче, игра в последнее время вылетает у всех и вся. Так что, ну, это с обновлением новым, которое 2 месяца назад вышло. Я еще, кстати, заметил, что я какой-то огромный на видео, поэтому я чутка себя уменьшил. Давайте продолжим. Hello. Good day to you. Зажигает мужик носу. Follow me. Ну, короче. Okay. О! Челы с микрофоном. Так, кто же я? Можно быстрее подгрузиться. Я ребенок, и мы. О! Мы в классическом ду. Подожди. А, все, спасли. Выбиваем двери! Вот здесь уже опасно, потому что... Мама, не надо. А, ну, красава. Потому что здесь уже, может быть, сосед, он с самого начала не вышел. Как сделал это предыдущий... О! Нашел. Монета. Красота. Все. А, открыли. Ладно. Зря только карточку взял. Ай. Это плохо. Так, здесь вот запомнили дверь. Есть тут что? Нет, пусто. Тоже закрыто. Все закрыто перед. А! Ну класс, если меня сейчас еще и сосед поймает, вообще будет весело. Давай, быстрее, пожалуйста. Собака! Я еще и выкрикнуть ничего не смог! Как я люблю такое, а? Ай, вот как я так умудрился в капкан-то попасть. Ладно. Да. Пожалуйста, только не вылетай, игра. Я тебя молю. Один раз уже так сделала. Ну, она, в принципе, тоже неплохо.
выиграй матч. Нужно выиграть матч, не попасться при этом соседу. Good day to you. Добрый день. Hi. Все, все собрались. Почти, кстати, вся банда, если бы еще лидер бы пришел, вообще было бы круто. Ну ладно, как получилось. 0, 7, 9... Так, ладно, это походу номер чей-то. О, прям под дождем. В течение осени. И я снова ребенок. Ого. Прямо тихо. Окей, тут пусто. Да блин, нахрена ты взяла? Выбрось. А, я застрял. Если я ищу соседа попадающего в это время. Эй, чоп, чего нашли? А, ну вот здесь можно пройти. Да ё-моё, как вы любите попадаться-то, а? Тихо. Так, здесь это для инженера. Так. Это чё? А, это самолётик. Какой был у Ника Рота в оригинальной игре. Падай! Быстрее. Спасибо. Ворон! Красота! Обожаю! Я, кажется, громко крикнул. Ну, русских тут по-любому нет, так еще и без микрофона, ребят. Класс. Ну, опять осенью тусить будем. И кто же я? Я снова ребенок. Ау, а что в меня-то? А что я сделал? Пацан! Пацан, тре! Девчата! Не надо меня избивать. А, в смысле? Что я сделал-то? Не избили. Так, тут пусто. Пусто. Что? Это... А, мне показалось. Не открыли? Не открыли. И тут еще и приманка. Ну, нужна помощь вентилятором, я не знаю, кому. Как ты туда попал? Это сосед. Обычный. Он сейчас. Че? Нет, не сейчас. А, это призрак. Ух ты, класс. Вообще, я побежал. Пока. Это призрак еще и сосед. Класс просто. А не жопа. Однозначно. О, пол. Где он? Черт! Не-не-не! Беги! Ай, все, я на четвереньки положил. Включай! О, нет. Да твою же ж ты, Терезу, а что я сделаю-то? Вставай! А-а! Лох! Давай, попробуй! А-а-а! А это нечестно!
Только попробуй! Собака! Помогите! А, я кричать не могу, точно. Собака, ты сутулая. Смотрите вот на этот мерзавца, который умеет сквозь стены проходить. Еще и летать. Это вам не ворон, который прыгать умеет. Я не туда нажал. Разве не у храбрый самое должно быть быстрее? Обожаю вылеты в секрет соседи. Тут вроде люди заходят. Он с... Все, заходим, заходит. Можно, пожалуйста, погрузиться? Сосед сразу? Охренеть, мужик. Ты что-то разошелся. Сосед просто сразу решил превратиться. Слушай. Прикольно, а? Сосед просто с самого начала решил. Так, ну, во-первых, проверить здесь. Почного. Все тут было. Тихо. Ау! Сосед? Little Shark, дружище, ты меня предал. Я думал, мы будем братками, но нет. Ты сосед. Тихо, меня избивать-то не надо! Не. Спокойно. Сосед, мисти, помогите! Пожалуйста! Спасибо. Где? Хрена, не понимаю. А вот сейчас понимаю. Он. Чего? А, это не Little Shark? Нихуя! Пойду с соседом, пока воюем, мы там уже... Ой-ой. Я пытался. Но с этими лагами ни хрена не сделаешь. Где он? Окей, ладно. Сосед? Мама. Я фонарик просрал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что я сделал-то? А, он сверху. Черт! А, класс! Где? Грёбаные ключ-карта. Ребят, не стойте лучше там, он вас сейчас тут всех поймает. Он мясник. Чёрт! Вот как, по-вашему, мне... А он на глаз так сейчас всех поймает. Поймите это. Лучше на всякий случай запустить что-нибудь. Сосед! Лови аптечку! А! Ой! Ай-яй-яй! Давай. Ну ни хрена! А я так могу? Вот дебилушка. Давай. Стада и только. Ау! Помоги, дружище. Я... Спасибо, просто от души. Душе на... В душу. Хороший парень. Слушай. Так, ищем ключи. Я хотя бы один ключ должен найти. Чё я тут куклов-то? Всё время. За всё видео. О,
Это тоже подойдет. Это тоже. Малыш, что-то кидаться начнет. Монетка. Твою ж ты, Терезу, а? Мама. Ну, ни хрена ж себе. РСФ, мужик. Мне жопа. Тоже. Я последний по-любому остался. Ладно, я пошел. Только не попадаться в капканы. Где он? Я полезный! Пожалуйста, нет. Сосед, где бы ты ни был, не делай того, о чем потом пожалеешь. Ты не угроза! Давай, быстрее, 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 быстрее! Пожалуйста! Пожалуйста, сейчас будет, иди ко мне! Где? Чё, кого? Я, класс, самое сложное. Во-первых, я могу это починить. А. Серьезно, все было настолько просто? Окей, а ключик тут есть? Где ты, тварь? Возьми! А, класс, все. Меня поймал. А тут без вариантов, он меня поймал. Сосед победил, я один остался буквально. Что я еще должен был делать? Я один остался. Максим? Мне показалось, или там он на русском? А, Макс, да ладно, молчу. И китайцы. Ладно. И мне снова не повезло, я снова соседаю. Как переубивать-то любят вообще друг друга. Я серьезно. Топ, что не сделал, они собираются друг друга переубивать нахрен. Просто. Просто. Ага, класс. О. Мама, это чё? Сосед! И этот тварина. Я пошел отсюда. А чё случилось? Кстати, они тут всё... Всё вроде... Да не ори ты! Тут тоже... Ворон! Стоп, чё?! Где он? Попал! Робот!
автомобиль? Или он в ребенка обратился? Так, ключ-карта должна быть где-то рядом. Пошел! Да что делаешь? По крайней мере, никто не исчез. Угу, конечно. Что случилось? Сосед! Помогите! Нет, ключ-карта! Спасибо. Где? Где эта тварина? Пойду открывать. Есть. Да где? Ну, мне жопа однозначно. Так, ключ-карту просрал. Или нет? Только попробуй, засранец. Я чё, один? Я один. Неа! Лови! Да не издевайся ты! Апа. Не издевайся ты лучше! И просто сразу схвати, чё вы, майц. Мы сразу, кстати. Интересно, мне сегодня выпадет сосед вообще? Опять в парке Золотого Яблока? Ну. Я, блин, только подумал об этом. Чего я вот-то боюсь? Где же ты? Тихо! Ага! Да блин, красота да и только! Беги, беги, сос... Блин, они сейчас дверь откроют! Да, блин, я тут просто... Ага, да пофиг, добивайте уже. Да все, мне трындец, я, меня добили! Просто тупо добили. Да, я мастер. Играть за соседа в этой игре. Они просто любят вместе бегать. Оу.
превратись. Давай, 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 давай. А-а! Ау, это чё? Ну я хоть одного поймал, чё? Ай, так. Капец, сколько вас тут? Так где? Я не вижу в этой темноте никого. Вовремя я просто использовал гнев. Почему я такой лох? Да блин, меня ослепляет, меня убивают. Я ни хрена. Просто. Все. И все. Да неужто? Господи, я так заколебался, блядь, а? Я уже собирался выйти. О, я впервые не сосед в этом. Пытка? Не пытка. Молоток. Я впервые сосед на этой локации. Не сосед в этой локации, кстати. Именно светлый. То есть заколебаешь. Да блин, как они любят темные. Точнее, не темные, а эти. Закрыто, закрыто. Закрыто. Похоже. Да, открыли его. Чё не предупреждают? Я чё-то не понял. Какая? Третья! Ну, зашибись. О, ну ключики они уже. Сосед! Я видел его. Он там. Етишь ты, сосед, ты вот. Ты очень не любишь гостей. Даже в своем парке. Я, блин, не шучу. Имей хотя бы совесть, тут дети. Ладно, была мама. Кто? Мама, мама. Мама, иди, иди. А, все просто. В сборе. А, нет! Поможете? Спасибо. Ай-яй. А как я люблю попадать в капканы? Пожалуйста, пусть там красный будет. Вот тут тотальные разборки были. Походу, красного там не были, да? Нет. Да ну нафиг, я полезный. Не-не-не-не, я с тобой никуда не пойду. О, вот с тобой пойду, ты вроде норм. Сорян.
О, подвал открыт, класс. Все, бежим. Не, ну в этот раз, кстати, получилось. Наконец-таки, ай. Кто бьется? Все, пока. Я чувака просто бросил. Простите, ребят. Но надо было. Ну, мы, кстати, победили в любом случае. Ох, наконец-то это говно закончилось. Союз не... Фу. День невезения. Давайте на этом закончим. Если вам вдруг понравится, запишу еще. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь, если вам понравилось это видео. С вами был Шед, и всем до скорого!